Привет всем, кто смотрит мою серию, посвященную SG-907 и тем аксессуарам, которые к ней можно применить, прицепить и использовать. Получил буквально вчера, получил вот такую камеру SQ23 Mini DV. Вот, ну, в принципе, не просто DV, это Mini Full HD камера. Очень неплохая камера по качеству, но опять же по качеству съемки при хорошем освещении. Значит, но так как сейчас декабрь месяц и с освещением у нас проблематично, то пока оценить полностью оценить возможности этой камеры не было, не представилось возможности. Вот. Что же в этой камере нам поставщик, то есть продавец или производитель предоставил? Такой мануальчик на китайском и русском языках. Здесь есть одна особенность, то есть 3 QR-кода на программу. Значит, Android, App для Apple и на Google Play, в магазине Google Play. Тоже QR-код на эту программу есть ссылочка. Вот на английском и китайском языках практически она идентична. Других языков камер это не предусматривает. Если кто-то хочет более подробно знакомиться с особенностями этой камеры, я не собираюсь делать сейчас обзор этой камеры полный. Он может зайти в YouTube, и там масса обзоров по этой камере. Она, к ней предоставляется такой вот аквабокс, то есть можно снимать и под водой, можно снимать и в воздухе, можно и просто прицепить ее к чему-нибудь. Вот так, такой штативчик, предоставится разъемчик, то есть можно его прикрутить к деревянной поверхности или к металлической. Значит, этим я, ну, больше к деревянной, с саморезами. Типа два самореза отверстия есть. Можно этот аквабокс сюда прикрутить и устанавливать как душе угодно. Есть также магнитный такой вот столик на липучке. Вот липучка. Здесь вот магнитик на камере. У меня сама камера уже установлена на квадрокоптере, поэтому я ее снимать не собираюсь. Покажу, что вот она есть, эта камера. Вот есть объектив, причем объектив хороший, ну, как утверждают производители, стекло, профессиональный объектив. Вот, и 8 инфракрасных ламп подсветки, которые позволяют снимать ночью. Вот. Ну, я ночью не снимал, в темноте тоже оно мне 1000 лет не нужно. И, честно, откровенно, эти лампы мне тоже не нужны. Вот. Потому что я поставил на квадрокоптер и собираюсь снимать только при хорошем освещении и, естественно, с воздуха. Вот оно у меня здесь стоит. Что на этой камере есть? Это есть на этой камере. Давайте с этой стороны посмотрим. Здесь микроразъем для зарядки и для того, чтобы можно было скачивать отсюда файлы, не вынимая карту памяти. Вот. Ну, лучше, конечно, ее вынимать. Потом здесь есть 4 светодиода. Вот здесь красный, желтый, зеленый и синий, которые позволяют управлять камерой без экрана. Красный – это сеть. Желтый – это ночная съемка. Зеленый – это Wi-Fi. И синий – это видео, которое происходит. Также можно сделать и фотографии. Разрешение камеры – 3 режима съемки. Это 720p и 2 режима 1080. 1080 на 1440 и 1080 на 1920. То есть, видите, какой хороший диапазон. Съемка производится со скоростью 30 кадров в секунду или 30 FPS, как у нас еще принято выражаться. Значит, с этой стороны мы видим разъемчик или нишу для карты памяти. Вот эти вот отверстия, это не для
динамиков, чтобы вы не думали. Это для охлаждения, потому что камера довольно-таки прилично греется. Вот. Но это вот по камере. Камера у меня установлена, видите, на квадрокоптере. То есть, ну, что еще в комплекте? В комплекте есть еще шнур зарядки. Это все, убираем эту камеру, чтобы она здесь, вернее, аксессуары камеры, чтобы они нам не путали. Я сразу вам хочу сказать, что испытания я провел. Честно должен признаться, что результатами я не очень доволен. Ну, может быть, доволен, в принципе, квадрокоптером, но не очень доволен качеством съемки. Вот. Ну, а качеством съемки камеры квадрокоптера вообще не доволен, по той причине, что во время полета камера несколько раз вырубалась, и практически я ничего не смог заснять. Из 7 видеофайлов, которые я пытался сделать, то есть 7 раз пытался включить камеру, снимать, только 2 файла у меня открылись. Остальные файлы практически оказались недееспособными, и мне пришлось их удалить. Что получилось, как он летал, что снимал и что наснимал, вы сможете увидеть в дальнейшем в этом видеосюжете. Ну что, переходим к видео. Так, дрон включили, пульт включили, сразу включим. Включаем самолетный режим, Wi-Fi, сеть включаться, эта сеть не отключаться. Хорошо, хорошо. Сеттинг. Вот так вот. Стабилизация. Хорошо. Теперь надо включить камеру. Отставить. Подожди. Так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поставили. Поставили. О, 10 есть. У нас есть 10. Так, давай. О. Вот так вот. Вот. Полетели. Давай включим. Сразу. Куда мы полетели, максимально куда мы можем лететь. 48 50. Хорошо. Пу-пу-пу-пу. Что-то у нас хорошо. Ладно, картинка пропала. Ладно, хорошо. Вот видишь. А давай. Хорошо. Ладно. Вот так вот. Теперь вот так вот. Пропадает периодически у нас программка, видите, блин.
115 метров. Дальше нам не надо. Давай. Хорошо, давай. Будем спускаться потихонечку. Нам что? Главное сделать ролик о работе камеры. Мы спускаемся. Опа-на. Камера у нас не пишет. Сравниваем работу. Опа-на. Программа постоянно вырубается. Видите, программа постоянно вырубается. Ее отключается камера. Вот она. Видите, мы спускаем его. Спускаем. 90 метров высота. 90 метров. Что мы видим? А вон он. Опускаем его. Вот, опускаем потихонечку его. Опускаем потихонечку. Крутится, вертится. Опять у нас сбой. Опять камера выключилась. Видите, вот. Камера все время внутренняя выключается. Вот, 50. Опять выключилась. Выключилась программа. Вот она. Опять мы пытаемся. Сорок девять. Давай сделаем возврат домой. Возврат домой. Вот он там летает у нас. Он поворачивается, разворачивается. Давай, остановись. И опускается. Отменяем. Отменяю. Отменили мы возврат домой. Он. Опускаем просто его вручную. Вот он у нас летает. Хорошо. Давай попробуем. Опа-на. Не хочет. Хорошо. Так вот мы сделаем. Он у нас летает. Хорошо. Давай. Так, пошел по точкам летать. Я тут определил их. А как он определил, не знаю. Вот нашел одну точку вроде бы как. Подлетел к ней. Разворачивается. Ну, долетел до точки. Развернулся. Хорошо, что кабель был. Вот, долетает до следующей точки.
долетает до следующей точки. Долетел. Долетел. Полетел на следующую точку. Вот. Стоит, думает. А, кажется, он долетел до конечной точки. Так, хорошо. О! Разворачивается. Отменяем. Отменяем. Отменили. Ну давай, 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 давай. Мы отменили. Так, хорошо. Хорошо, батарея 7.27, батарея разрядилась. Ну давай. Вот он. Возврат домой ему. Поставили. Камера постоянно вырубается. Так что летает он уверенно. Вот. Вот он садится. Ну, немножко ошибся, конечно. Но это не самое страшное. Главное, что рядышком. Все. Алис Маха. Цирюк Цузамон. Называется. Хватит на сегодня. Покатались.